это относится к этому же принципу, он пишет, что должна быть отвергнута магия добрых дел, безличное служение добру во имя самоочищения. Раскаяние, освобождение от греха через таинство покаяния являются проводниками моральной силы и исцеления жизни. Sellepärast peab olema ära lõigatud igasugune jutumärkides heade tegude maagia, mis igal juhul teenib, mis erineb hea teenimisest nagu enese puhastumise nimel, et kui teha head selleks, et ennast puhastada, et patu kahetsus ja püüda patust vabaneda meeleparanduse salasuse kaudu on tõeliseks nagu tõukejõuks moraalsetele jõududele ja vaimu haigustest tervenemiseks. Эстетическое воспитание, и он говорит, что оно имеет тоже очень большое значение, и оно дает иметь в виду две цели. Вот он разделяет две цели у эстетического воспитания. Одна низшая, которая служит задачам развлечения и игры, и высшая, служащая питанию души через приобщение души к красоте. И он пишет, что они очень взаимосвязаны, это высшая и низшая, и одна без другой становится ущербной. То есть можно так уйти в какое-то эстетствование и забыть об обычной жизни, если только высшую развивать. Ну а низшая, она тоже как бы не одухотворяется, если не связана с высшим. То есть есть. Järgmisel esteetikat puudutaval printsiibil on kaks taset ja need on oma vahel lahutamatult seotud, et see madal on puudutab nii-öelda mängu ilu ja tegevuste ilu ja see kõrgem on siis nii-öelda see taevase või kõrgema ilu püüdlemine ja need tegelikult nii-öelda täiendavad üksteist. 20. Printsiib intellektuaalne. И тут он говорит о том, что все говорят, нужно развивать инстинкт в уме, творческие силы, способность интуиции, но при этом вот, что он подчеркивает, что сейчас не подчеркивается, он говорит, что нужно обязательно развивать целостное мировоззрение. То есть вот сейчас вот как раз это особо актуально, потому что в наше время очень мозаичным делается знание, то есть кусочек о том узнали теперь об этом, а целую картину ребенка не складывается. Так вот он подчеркивает, что очень важно именно целостную картину давать при развитии. Я интеллектуальный аренд пухул. Та рыхтак лисяк селеле, мида мы тавальдят селле мыстаме, сеалулкас ка интуиционе арендамист. Рыхтак та тервитлику маальмавааде. Et tänapäeval me sageli näeme tükike siit, tükike sealt, kõik on episoodiline, aga intellektuaalse arengu jaoks on mööda pääsmatu ühendatud terviklik maailma pilt. No ja 21. Последний же принцип – это религиозное воспитание. И тут он пишет о необходимости не просто богословства, а о необходимости живой, свободной, всецелой погруженности души в жизнь церкви. Этого вот религиозного воспитания невозможно. Участие в литургической жизни, чистое искание правды составляют самое сердце религиозного воспитания. И потом вот уже, Ja viimane 21. Printsiip puudutab religioosset arengut ja autor ütleb üheselt, et liturgilises elus osalemine, kiriklik elu on see, mis seda arendab. И потом, резюмируя уже все принципы, он пишет о том, что воспитание плодотворно лишь в той мере, в которой оно обращено в духовной жизни, пронизанной верой в силу Божию. И способна зажечь детскую душу любовью к добру и правду. Ja võttes lapse arengu kokku, ta ütleb, et selle keskmeks on religioosne areng ja see toimub.
toetab lapse sisemisi püüdlusi headuse poole, tõe poole. Ну, фактически он пишет о том, что связать проблему воспитания с темой спасения и значит уяснить себе смысл воспитания. Ja kasvatamisele annab tegelikult mõtte nende pääsemise vajaduse, nende pääsemise idee on see, mis kõige enam mõtestab kasvatust üldse. Ну, на этом, как бы, эта тема закончена. Я еще слежу с тем, что мы говорили сначала о ложке. То есть Ловский все-таки писал о том, что если, так сказать, следовать вот догматическому развитию, возникшему после разделения церквей, то вот невозможно становиться обужен, но тем самым делается как бы ущербное воспитание, потому что, как вот мы у Василия Зиньковского проследили, главным все-таки является воспитание ребенка в церкви. То есть фактически главным воспитанием является принцип обращенности и соединения с Богом. То есть если говорить таким вот высоким словом, то это можно назвать, в общем-то, помощь ребенку в его пути к обожению, в его пути к Богу. Так можно резюмировать цели православного воспитания. А теперь я бы вот лühidalt see kokku, mis on kasvatuse eesmärk, siis on see lapse aitamine jumalikustamise teekonna. See on lapse hinge igavese pääsemise nimel tema toetamine jumalikustamise. Теперь, если говорить о самом отце Василия Зиньковском, у него достаточно много трудов, в том числе есть по истории философии у него очень значительные труды. Но он был таким очень большим теоретиком, он трудился в Париже, и там целый педагогический кабинет до сих пор каким-то существует, который был им создан. Я бы Зиньковский как-то говорил, что там были väga palju teoseid, väga palju töid, ja Pariisis tänasel päeval terve pedagoogi, tema pedagoogiliste tööde kabinet. Мне кажется, очень значительная его работа по, вот я уже давала ссылку, коллегия подходила, проблему воспитания в свете православной антропологии. Ja tal on ka teosed, mille kohta meie kolleegid on küsinud materjali, kasvatuse kohta õigusu inimese käsitluse valiku. Как раз вот эти принципы, о которых я говорила, они записаны в этой книге. Это just самые принципы, которые селес рамотус. Еще мне просто очень нравится его книга о подростках, о которой я уже говорила, где поднимаются проблемы пола. Но единственное, я не совсем с ним согласна, потому что он все-таки был теоретик, а я не только теоретик, но еще и практик. У меня более 20 лет стаж работы с детьми разных возрастов, поэтому я, собственно, и занималась проблемой возрастной педагогики и психологии. А не согласна я с ним в том, что вот подростковый возраст – это такой вот обязательно темный возраст. У него есть такая фраза: все темно над подростком. Вот с этим я не согласна. Это Зиньковский oli теоретик, aga meie ettekandjal on üle 20-aastane praktiline kogemus erinevas vanuses lastega ja sellepärast ta ka mõnes küsimuses ei ole Zinkovski ka nõus, eriti näiteks, mis puudutab murde ja tumedust. Zinkovski on selline väljend isegi, et murdejärise kohal on kõik tume. Я не знаю, знают ли коллеги произведения Гайдара, Тимура и его команды, но там достаточно ярко описана возможность существования подростковой общности, где цели совсем не темные, а очень даже светлые. Это и те, кто поет, мелетоват Тимурит, это на месте, но пока сел там на гайд, куда с мурдеалист кампал, võivad olla üldsegi mitte tumedad eesmärgid, vaid äärmiselt heledad.
Но в целом это все равно, конечно, не умаляет ценности работы Янковского, и вот эти принципы православной педагогики, я думаю, они очень значительные и могут быть использованы в практической работе. Ja see muidugi ei vähenda Sinkovski väärkust, vaid tema tööd on muidugi hindamatud, et aidata inimesi pedagoogilises töös. Наверное, об этом, на этом по Сенковскому закончу. Я могу начать, так, я там много не буду говорить, могу поговорить еще вот про этот Рубикон, двухлетний этот кризис, мое отношение к нему высказать. Или уже можно делать перерыв сейчас, 13 минут. Keerame üks läbi kaks minutit, et kas teeme praegu pausi või räägime natuke sellest 9. eluaasta kriisist? Хорошо. Я, когда вот еще работала над своей диссертацией, то изучала в том числе вальдорфские школы, ну и, в общем-то, вот эти идеи Штайнера, как я уже говорила, они, на мой взгляд, просто ну, достаточно примитивно. Вот в частности, он развитие нам, например, человека связывает как-то вот с планетами. То есть как-то человек должен воплощаться в разные сущности, сначала в нише, потом выше. Все это связано с планетами. Вот тогда-то он, там его дух находится на Меркурии, тогда-то он находится на Сатурне. В общем, какая-то такая космология, которая ну, абсолютно не связано с христианством. Лектор väga põhjalikult oma доктори Вайсте кирja raames tutvus Вальдорф педагогикaga ja peab seda suhteliselt primitiivseks, kuna inimene selle käsitluse järgi arenedes on erinevate planeetide mõju all korda Saturn, korda Merkur ja niisugune kosmoloogiline mõju inimese arengule И вот если говорить о христианском отношении к перевоплощению, то мы знаем, что оно определяется словами апостола Павла, который сказал, единожды мы рождаемся, единожды умираем, а потом суд. Kui mis puudutab inimese igavikulist elu, et siis один раз рождаемся, вот о перевоплощении. Штайнер считает, что в общем, человек он развивается сначала в каких-то нишах, там организм, потом выше, потом его душа где-то там на планетах разных живет, потом в общем, возвращается, и вот такие она проходит такую ну, как бы естественную жизнь. Ühesõnaga taassõniga üldse nagu sündimised või nagu lihasse saamised. Et Steineril on siis et kõigepealt inimene sünnib või elusolend sünnib selliste madalamate organismidena ja siis arenedes järjest kõrgematena. Aga Kristuses Apostel Pauluse sõnade järgi me sünnime ükskord, sureme ükskord ja siis on juba kohtupäev. Поэтому вот, ну еще могу сказать, что такая идея о перевоплощении, она умаляет подвиг Христа, потому что если бы мы могли вот там рождаться, в конце концов все-таки стали бы хорошими, то тогда зачем было Христу принимать такие страдания и воплощаться в человека? Ka madaldab Kristuse vägitegu, et kui me saame enda karmate taas sündida kaudu kogu aeg parandada, siis milleks oli vaja Jumalale sündida inimesena ja inimeste eest surma. И вот, ну если говорить о вальдорфских школах, я думаю, что там, конечно, положительно тоже что-то наработано, потому что когда вот теоретизируют люди, это одно, и теории, конечно, сильно влияют на педагогику, но я думаю, что практические педагогики, они все равно взаимодействуют с детьми, и что-то там они наработают.
хорошее. Sellest olimata on vaja tunnustada head, mis on Waldorf pedagoogikas praktiliselt olemas. Kuigi teooria avaldab väga tugevat mõju praktikale, on seal praktikas palju, mis on tunnustamist väärt. И если говорить, так сказать, о кризисе 9 лет, то вот я в других источниках, кроме как вальдорфских этих педагогических каких-то трудах, об этом кризисе не встречала сведений. Обычно говорят о подростковом кризисе. Это вот пишут почти все авторы, но как я потом буду об этом рассказывать, на самом деле и подростковый-то кризис не является абсолютным. Üheksandal aasta kriisist räägib üksnes Waldorfi pedagoogikat. Selle kohta ei ole nagu märkmeid mujal, kus küll räägitakse väga palju murdejalise kriisist. Aga ka see, mis aga selle kohta kuuleme lähemalt pärast. И когда вот я читала в этих вальдорфских школах об этом кризисе 9 лет, у меня было ощущение, что я, так сказать, общаюсь с кем-то из саентологов, потому что саентологи, когда к себе хотят зазвать, они обычно начинают говорить так. Вы знаете, вот у вас наверняка есть проблемы в общении. Нет, давайте сначала пройдем тест на общение. Вот там человек что-то отвечает, он говорит, у вас все очень хорошо, но есть небольшие проблемы в общении. А у кого их нет? Человек сразу ловится на удочку. Тогда вот вам нужно сделать то-то и то-то, и там все исправится. Вот в вальдорфской педагогике, когда я читала, так сказать, вот об этом 9-летнем кризисе, там вот примерно так же все написано. То есть ребенок становится чувствительным, к нему необходимо такое бережное общение. Ну, извините, а когда он был нечувствительным? Ну, совершенно правильно, к нему необходимо особое общение, но оно всегда... Мы всегда должны понимать ребенка и чувствовать. То есть вот там какое-то, вы знаете, мне кажется, передергивание фактов. И вот, по крайней мере, мой личный педагогический опыт и опыт тех многих психологов, которые изучали проблемы возрастного изменения детей, не пишет о кризисе 9 лет. Это 90-е кризис кризис, он только меенутов саентологи лähenemist inimestega kontakteerumised, kui nad kõigepealt saavad inimesed teha testi, millest ilmtingimata selgub, et on suhtlemisraskused. Ja näidake mõnda inimest, kellel ei ole suhtlemisraskusi. Ja siis inimene on juba nagu annud oma käe, ja kui ta saab teada, et tal on suhtlemisraskused, et ta tunnistab neid ilmtingimata. Ja siis saientoloogid ütlevad, et liituge meiega, me õpetame teid inimestega suhtlema. Et samamoodi on selle 9. eluaasta kriisiga, et kuigi sellest keegi teine teadlastest või õpetustest seda ei käsitle, siis kui me seda loeme, siis meile tundub, et loomulikult meie lapsel on 9. eluaasta kriis, sellepärast, et kui seal on õpetus, et on väga tundlik, et temal tuleb olla äärmiselt tähelepanelik, siis tõepoolest nii see on, aga igas vanuses laps on väga tundlik ja igas vanuses lapsega tuleb olla väga tähelepanelik. Mul on siin üks selline küsimus, et miks just 9. eluaja kriis? Et ma olen nõus sellega, et jah, et laps on kogu aeg nii-öelda vastuvõtlik ja tundlik, et ei ole sellist nagu, aga selles mõttes, et jah, et mingi periood on see nii-öelda kriisimoment. Aga miks just on 9? Kas see on nagu selline statistika või kus see nagu võetud on? А это вот меня спросили, это вот именно у вальдорфских школ, вот они считают, что 9 лет это Рубикон, это вот кризис такой, а вот в других местах я не встречала, потому что вот на самом деле начальная школа, она вся, если она там, ну как бы не испорчена везде всякими средствами, она воспринимает педагога. Даже в 5 классе они еще воспринимают педагога. И кризис, вот если бывает подростковый, но опять же это при неправильном
отношение к детям, он бывает где-то вот лет в 13. Вот Зиньковский называл цифру 13, некоторые называют цифру 12-14, ну, в которую 13 тоже входит. Но он действительно бывает позже, этот подростковый кризис. Но опять же, он не обязательный. Лично мое мнение, что он просто вот при неправильном подходе к ребенку возникает. Это он иногда сама просимался. Et see mingisugune kriis tuleb, et Zinkovski ütleb 13 vanuseks, et sageli on see 12-14, et kui pedagoogid pole just suuri vigu teinud, siis kuni viienda klassini ikkagi õpilased peavad õpetajatest lugu. Et noh, ei ole veel sellist nagu vastuslakku või, aga et no, mingi kriis tuleb, aga kuna ikkagi kuskil seal murde. Ну, а что происходит? Может, мне тогда потом надо системно, вот я хотела уже начать с развития мышления, потом вот к духовным дать чем прийти, но, наверное, это уже вот после перерыва надо начинать. Это nüüd mõtlemise arengust ja vaimulikust arengust räägime siis tõenäoliselt pärast lõunasööki. Praegu on küsimusi või Eesta Prusse, mis ju otsin ära sootada. Väga tore küsida. Kolmateistkümnes printsiip vabaduse andel, et kui autoriteet teeb mingi väga valesti tegusid, et siis vabaduse andel kahtub ja kahjustub. Mõni näide, et mis on Это 13-й принцип, когда дар свободы, и если авторитет не делает слишком больших, какие ошибки может этот авторитет делать, что... Ну вот, я понимаю, если вот как бы направляет человек, авторитетом является человек, который ну, не направляет человека к Богу, а наоборот его вот... Авторитет же бывает и в подростковых компаниях, например, где вот они хотят там наркотики употребить, там напиться, еще что-то такое противоправное сделать. Это тоже вот фактически, ну, так сказать, авторитетом подростковым задается такая доминанта. И тогда вот это может пойти вообще к разрушению. Или если просто вот какие-то сугубо такие материальные цели формулируются авторитетным человеком, то, безусловно, это тоже искажает развитие ребенка. И от греха не уводит, а наоборот иногда и толкает к греху. Это не так, но это авторитет, мы сам рассуждаемся, когда авторитет вертостав, это как это юхатывают ласт vaimuliku arengu poole ja näiteks kui need on ka väga maised, et autoriteedi enda eesmärkid on väga maised, siis see tegelikult rikkoblast lõhub teda, et ütleme autoriteedi kaudu ka näiteks murdejalise kampades võetakse vastu otsuse tarvitada narkootikume või arvestada joomist, et sageli need otsused tulevad autoriteedi suhtumiste kaudu. Ну, на самом деле этот вопрос нуждается в такой серьезной разработке, потому что вот я буду об этом говорить, младший школьник, он на самом деле нуждается в авторитете, потому что вот просто быть свободным, он для него неестественно и вообще говоря некомфортно. То есть ему нужны опоры, на которые он должен опираться в младший возраст, и даже в младший школьник. Но это я потом, может быть, подробнее в процессе вот уже раскрытия возрастных особенностей об этом скажу. See on väga tõsine küsimus ja näiteks algkooli laps, ta vajab autoriteeti, et kui tal seda ei ole, siis ta tunneb ennast ebamugavalt ja ühesõnaga väga halvasti, kui ta ei saa toetuda autoriteedile, et lapsel on suur vajadus selle järele. Aga me käsitleme seda kõike hiljem täpselt ka. Потом еще вопрос, вот с какого возраста можно преподавать религию?
как предмет. Нет, вы знаете, я думаю, что вот мой опыт показывает, что религию как предмет можно преподавать уже лет с 4. Потому что, ну, как бы ребенок вот уже в этом возрасте вполне открыт каким-то таким. Вести о Боге, он явно открыт, но другое дело, как преподавать. Вот, безусловно, какая-то вот такая, какое-то давление, даже самое минимальное, оно не, в любом возрасте не приемлемо. Ну, а как школьный предмет? А как школьный предмет? Вы знаете, вот я преподавала, лично я преподавала в Литве этот предмет с 1 по 12 класс. И я могу сказать, что младшие дети, они, чем младше дети, тем они лучше это воспринимают. То есть они просто так открываются. Только надо, конечно, преподавать вот соответствующими методами и соответствующим образом. Я помню, когда у нас этот предмет ввели, я только пришла в школу первый раз, в младшую школу. Я очень хорошо подготовилась. И прочитала детям лекцию. Очень интересно. Они вот почему-то не восприняли. Думаю, ну какие дети вот сейчас. Они ничего не понимают. Я так интересно рассказывала. Ну а потом, конечно, я уже поняла, что так рассказывать нельзя. И вот сейчас у меня нет проблем в преподавании детям младших классов. Наоборот, это, знаете, они как цветочки открываются. И прям так замечательно с ними общаться. Им говори, что их Бог любит, да они понимают, что Он действительно их любит. Нам всем так хорошо. Küsimus oli selles, et kuna alustada religioosse õpetusega ja hea on juba alates 4. elusaastast, on see täiesti sobiv. Aga kuna koolis alustada, siis siin on põhiküsimuseks, kuidas seda läbi viia ja tema isiklikult on õpetanud seda nii esimesest 12. klassini ja kui see aine üldse Leedus sai võimalikuks, siis ta alustas esimest korda elus algkoolis, valmistas ennast väga hästi ette ja läks väga hästi valmistatud loenguga nende juurde ja pidas selle maha ja siis tulemuseks vaatas, et toimilised lapsed tänapäeval on, et ei võta seda üldse vastu. Et pärast ta muidugi sai aru, et ta tegi valesti ja nüüd ta saab hakkama algkoolis ja tunneb sellest suurt rõõmu, et kui algklassi laps saab ime hästi aru, kui ta öelda, et Jumal armastab siin, et nad avalevad selle peale nagu lilled ja kõikidel on rõõmu palju. А еще я могу добавить, что на самом деле вот действительно ничего не получается в воспитании детей, если им нельзя сказать о Боге, потому что я вот помню, не очень давно читала рассказ, может быть, или там повесть одной очень интересной писательницы, она по образованию, по своей практике детский психолог. И вот она описывала детский коллектив, как современный детский коллектив, где возникает очень множество проблем в отношениях, в общем, все это завязывается очень натурально, очень естественно, все она это описала, действительно все так и есть. А потом, конечно, как во всяком художественном произведении, нужно развязать этот, так сказать, завязавшийся узел. И вот, будучи детским психологом, она не нашла возможности развязать этот узел на земле. И вот так как она не была христианкой, она придумала какой-то потусторонний мир, где вот духовный мир, где вот дети живут в каком-то своем качестве, и вот там вот все развязалось, а потом спроецировалось на землю. То есть вот даже неверующий, вообще говоря, ну, крайне не христианин, это женщина, она все равно, будучи детским психологом и практикой, она понимала, что эти конфликты не развязать здесь на земле. Это küll aga on kindel see, et ilma nagu sõnad Jumalast ei ole võimalik lapsi kasvatada. Et tal on kasvalt väga huvitavat jutustust, mille kirjutas üks laste psühholoog, kes ei olnud kristlane ja ta sattus ühte nagu laste gruppi, kus tekkisid suured omavahelised probleemid ja ta ei osanud seda muidu lahendada, kui ta mõtles välja ühe sellise nagu laste kõrgema mingi sellise koosluse ja ta projekteeris siis seda, kuidas nemad seal käitusid sellesse konkreetsesse gruppi ja need probleemid hakkasid leevenema ja lahenema, et isegi inimene, kellel ei ole kristliku
tunnetust, kui ta tunneb lapsi, ta peab võtma appi sellise nagu kõrgema perspektiivi, et neid aidata.